Все, ребят, собрались. Кто же круче? Южная Корея тоже мега опытный, очень опасный. Не такой опасный, как Лин. Лин так все-таки поживее, чем Фокус. Но Фокус, он такой медитативный. Это орк, который приблизительно одинаково играет на протяжении последних 10 лет. То есть он где-то в топе, всегда в топе, но не выдающийся в топ. То есть, вот, ну, там возраст, все понятно, куда ему торопиться. Он просто почти как на работу ходит, Бору устроит. Для Кэша это возможность. Поехали. Итак, Кэш, цвет синий, левый нижний угол. Фокус, красный, правый верхний. Собрались. Там какая-то заставка идет, продолжает играть музыка. Ну, Блейды, скорее всего, Фарсир первый у Фокуса. Да. Это правда, да. Он любит ФСа. Но это тоже Легаси такой, потому что... Посмотрите, насколько все-таки плотнее, насколько арчее Кэш. Просто какая ширина плеч, какая ширина лица. Фокус, он не настоящий орк. Фокус, один из единственных игроков, который and a very fast tech comes with it. Without a barracks, without a shop, just pure Farseer action. And this is the nice thing about the Farseer. И сразу вспоминается, что люди подбирают расу по типажу. То есть, если взять, например, там 20 человек, которые, ну, достаточно давно играют в Warcraft, если вы их не знаете, то вы с высокой долей вероятности по типажу можете определить, за кого он играет. Орки, как правило, плотненькие, веселенькие. Эльфы какие-нибудь там высокие, меланхоличные, хуманы стандартные, андеды. Они без эмоций, бледноватые немножечко. Так, ладно, начинается харас, Фокус прибегает. Андеды просто стример, да. Волки харасят, добиваются... Ну, умирает один волк от Бору. Ай-яй-яй-яй. Новые волки в городе. А почему не перебивает Кэш? Ладно, не перебивает и не перебивает, чем лишний вопрос задаем. Вообще, такую ерунду сейчас делает Фокус. Он реально мог одним выстрелом или одним кусем сбить лечение у Блейда. But Cash at the moment doesn't really need two grunts. It would be nice for more creeping, for more reliable creeping, but it's not like he's under a lot of pressure right now. This is still only a Farseer. Продолжается харас. Там вы видели, что Грейт был до барака. But Cash is not in any real trouble. Ой, добивает очень хорошо волком. Focus, by the way, in the WGL qualifiers has only lost a single orc Mura, and that was in the goofy May qualifier against Soen. Ну как же бесит этот волк. А, не отменил, что ли? Минус ТП. Отличное начало, на самом деле. Если он еще этот Бору отменил, мне кажется, что он все... Там пион такой под спидами. Вжух. Третий Бору срочно строить. Хорошо. Не отменил, говорит. Это плохо, да. Это плохо. Мне даже показалось, что ресурсы нет. But did Cash do it intentionally? Thought so as well. To force the TP away because that was the only thing that was going on. Во-первых, можно посмотреть просто на экспу ФС, потому что неотмененный Боро, он приравнивается к разрушенному Боро за разрушенный. Нет, он отменил. Он отменил. Насколько? Фаерлордо! Фаерлордо! Фокус аркадит, сучок, а? Ах ты гад! Прибегает Блейд, возможно, это вообще отвлечение. Ну хотя нет, видел же. Эй, ну давай, чиним.
Блин, может, ТП-шится? Черт. А, у нас тоже ФС. Фаерлорд, точнее. Рабочие не справляются, динамика отрицательная. Но, с другой стороны, минус огненный лем. Да, да. Ну да, контроль, пожалуйста. Молодец. Очень хорошо. Очень хорошо. Молодец. Там плодись, размножайся. Появляется новый элем. Довольно спокойно он отбился. Он еще отбил бестиарий, то есть отменил бестиарий. Два бестиария. Может быть, это вообще... А, мастрейдеры, да? Я думал, что вдруг он решит 2-4 виверны еще и... Ну, хотя против ФЛ, против самонов это делать. Выбивает, кэш себе артефакт, подставляет немножко фаерлорда. Волки опять бесят рабочих. У нас проблемы с лесом. Из-за того, что большое количество рабочих чинили. Бору, блин, плохо. Ну, ФЛ пытается откидаться. Очень хорошо работает по волкам, на самом деле. Ну, добей волка, ну ёб про СТ, развернись, лапкой ему дай. Лапкой. Ну, Фокуса, да, добил. Хорошо, нормально. Надо замазаться еще. А, он реплэшмент ему выдал. Хорошо. Добил волка, получил второй уровень. По XP у нас все хорошо. Единственный минус заключается в том, что есть проблемы с лесом. Все еще есть проблемы с лесом. Лимиты более-менее сопоставимы. У нас позже получается... у нас вообще бестиария нет. Мы идем чисто в диспл. И это правильно, потому что там оба героя с самонами. И... В принципе, нам в первую очередь нужны тауренчики. Маленькие. Блин, не успею добить. Жалко. Можно выбить артефакт, почему нет? Там добивает или закупается. Что? Он просветку просто взял. Окей. Я не знаю, в чем идея фокуса. Он, с одной стороны, неплохо вроде харасит, но перспектив как-то на лейт немного. Может быть, он не собирается до лейта доводить. Два когтя, хорошо. Второй уровень, соответственно, скриты. Блин, фокус опять такой момент находит, что... Черт. Да, без магазина тяжеловато будет. А тут, блин, плюс 3 рейдера, что делать? Это плохо. Только-только пришел Блейд, понимаете? Только-только. Пошел Линк. Ну, хорошо, что фокус барак бьет. Я прям рад. Вот они, два героя просто барак бьют. Хорош. Уже соточку снес. А, нет, перегруппировывается. Надо магазин восстанавливать. Да. Ну, Блейд, конечно, очень хорошо нарезает. Криты-то уже старенькие. Вылетает хорошо. Ну, давай вас... Ай-яй-яй. Линк отступил. Не, вроде держимся пока. Там, конечно, рейдеров трындец как много. Да. Проблема в том, что лечиться нечем. Просто нечем. Ага, пошел под спидами. Дорезать. Минус Грунцер. О, окружение! Шикарно, шикарно. Минус Фаерлорд. Что такое? Что такое? Как так? Фокус. Магаз. Поздновато, но он не мог его раньше сделать, на самом деле, потому что его негде внутри ставить. А там два рейнджевых героя. Хорошо. Окружение было резкое, внезапное и необратимое. Причем без сеток, без всего. Просто вот увидел, что можно, и сделал. Ой, крабы унижают фокуса. Там сеточка, ё-моё. Какой удар по морали. Наверное, фокусу стоило все-таки на этой карте немножко поиграть. Ну, чтобы хотя бы с крипами попытаться справиться. Пришел фарсир, помог с волками. Докрепили этих мурлоков.
Фокус опять идет в атаку. У нас, правда, по XP все значительно лучше. Посмотрите, почти третий блейд. Почти третий ФЛ, там один с небольшим. Очень хороший. Это все следствие хороших разменов. То есть это сигнал, что все пока нормально. Перебивает лечение, сучок. Извините, пожалуйста. Уже второй раз. Один раз с чайником, второй раз с руки. Но у нас сейчас уже диспл есть, понимаете? Я не знаю, как вообще фокус собирается сражаться. А, с пионами. Вопросов нет. То есть у него диспелится ЛМ, у него диспелится волки, у него от героев остается немножко урона с руки до чайник. Все, а там блейд с двумя когтями. Здравствуйте. Ладно, поехали. Блейд третий. Застройка? Что? Не, извините, это... Диспл. Ну где диспл-то? Ёпарасете, ты с полной маной. Во, диспл пошел, хорошо. Этого тоже нужно в астрал. Хороший свиток, шикарный свиток. Начинает кадой окружать, прекрасно. Просто прекрасно работает. Кэш очень четко, вообще четко. Фаерлорд третий, здравствуйте. Там вышки, правда, достраиваются, но надо просто на них свечнуться по-быстрому. Там нет диспола, понимаете, сейчас вторые элементали разуплотнят. Последняя атака, я думаю, от фокуса. Как уверен это вообще, Кэш? Да, минус две вышки. Ну, смотрите на героев. 3-3, 2-1. 45 у нас лимита против 41. Блейд, ему вообще никто ничего сказать не может. Его даже никто не трогает, потому что, ну, хрен ты его пробьешь вот такими вот классными героями. Да, все красное, это минус, конечно. Но там герои без маны, чайником не добить никак. Вот. Фейл умрет. Да. Он причем вторые криты взял на третьем уровне. Минус три вышки. Я бы вышел. Рабочие пытаются прорубить себе ход куда-нибудь там, ну, их убивают сзади. Как же здесь, конечно, сетки не хватает нам, даже контроля никакого. Там такой форсир без всего, но его не остановить никак. Он даже было видно по блейду, что он готов, если ФС бы затупил бы, он справа его готов был поджимать. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо идти, короче, на его базу уже. Достал он тут развлекать со своими сетками. И настолько ровненько Кэш отыграл эту партию. Просто настолько ровненько. Ну, конечно, если вот тот Боро не отменил, это минус. Но в остальном... ТП я взял на всякий случай. Очень правильно. Это лучше, чем сейчас из лимита ждать выходить. Чтобы свиток, конечно, но на свиток денег не хватило. Много кадоев, но... Там уже появляется первая сетка. Выходит фейл. Кадой очень быстро умирает. Солберн. Ай, съел собака одного рейдера. Может, направо этого... Чуть-чуть от Боруса хочется отступить, потому что, ну, там хороший ДПС, даже один Бору выдает. Вот, и на развороте нормально навешал. Жалко рейдера, который там внутри переваривается. Так, я сейчас посмотрел на лицо Кэша, оно такое же, как на момент начала сражения, ну, в смысле, на начало игры. Не меняется. Время работает на кэше. Во-первых, копится мана у спиритвокеров. Во-вторых, со временем блейд становится все страшнее и страшнее, а метода, чтобы его законтрить, у фокуса нет. То есть, в принципе, он лез на базу просто потому, что было реально преимущество. Но это не обязательно. Не обязательно. Единственное, вот то, что у Кэша все битое, это меня смущает. Кадоев очень много. Сейчас рабочие пришли на повытанковывать немножечко. Под линком. Тут диспл, линк, все. И там... Да что такое? Да, чайник.
Да, съедает. Блин, вот это плохо. Правда, минус рейдер. Очень битые просто все у него. Вот это, это меня смущает. И он не диспельт почему-то элементарий, я не знаю почему. Да ладно, там три рейдера в желудке, алло. Так, не расстраивай меня, пожалуйста. И опять застройка. Ну, кэш, ну аккуратненько. Диспл, блин. Что-то мне не нравится уже ситуация. Минус хэш. Забаньте, пожалуйста, хатаба сразу же. Ну, то есть на месяц прям вот я предупреждал, но что-то не соображают люди. Да, и волки в другом месте вообще орудуют. Вышки строятся. Ну, диспель, ну лёг, ё-моё! Где диспел? Блейд четвёртый. Ё-моё. Да, вышки там уже всё. Одна... Диспл, где диспл? Диспл. Ну, слава богу, первый диспл нормальный, блин. Минус второй, еще минус третий, пожалуйста. Пожалуйста. Да, есть. Виндвок. Телепорт, хорошо, нормально. Блин, что за валидол-то, а? Наотдавал юнитов на кадоях. Там волки сожжали всех рабов. Охренеть. Бутылку. А нет, денег. Твою мать, что? Holy crap, Focus gets back into this game and can't believe it himself. I have not seen such a big smile off of Focus on stream in forever. He knows that this was really close. Cash only has himself to blame, though. Блин, ну какого хрена, ну? Ненужное сражение в центре, когда было без полного ХП, не диспейлил, но волков этих вторых не увидел, которые рабочих всех поубивали. Все, игра у него была. И игра была у него в руках, победа была у него в руках. Он раздал, блин, вот эти вот... Он накормил кадоев просто, потом не доконтролил еще в финалочке. А Фокс еще ржет в конце, ну потому что реально там такая игра, которая, ну не было у него уже шансов. Там 3-3, 2-1 по героям, до свидания, лимиты равные. Слил, я не удивлен. Алекс, Алексей Дип, давай. Не удивляйся, в бане тоже. Не удивлен. He must know that he was with a big advantage there, and then you, you realize that, damn, I gave it away. I gave him away back into that game that could have been mine. But of course, that's not the way you're supposed to think. You're just supposed to say, okay, whatever, first map's over, this is still all doable, this is the best of three. Next two maps go my way, and then I move on. Блин. Обидно такие игры отдавать очень. То есть о таких потом вспоминаешь, жалеешь. Сильнее всего, потому что ты все уже, ну, нормально все сделал. Отбился, подстроился, там, переконтролил на старте. А потом-то что? Also starting positions, there's one greatly favored position in the Orc Mirror as well, as other matchups also. The top left is what you want, and if you get it, that is a great start for you. May not have tons of experience anymore, but still really good. And by the way, is also one of the most popular Farseer maps. Correct. What was the second time? Жалко. Northern Isles. Northern Isles, okay. The new one will be interesting to see here. Будем надеяться, что... Maybe it's about colors or whatever. But it's kind of cool. Что справится с давлением сейчас, кэш? With the big names of the scene. Focus not considered one of the six S-tier players, or rather five without fly these days, but he is a constant in the Warcraft scene. Да, что у нас там помощники не читают чат. Пара кандидатов есть. He's a workhorse, man. Yeah. Absolutely. He's playing every single little cup
Еще кэш, конечно, с этими спиритволкерами вовремя не диспелил. То есть был момент, помните, когда элементали там расплодились, у тебя 3-4 спиритволкера с маной. Ну и все нормально, уже линки есть, им больше делать нечего. Ману сохранять особо смысла не было. As well as in the small ones. Shall we cups, shook cups, you will often see focus as well. Winning it also. Winning the big ones though. The offline tournaments has always eluded. Во-первых, там этих двух волков можно было заметить, задиспелить одного отправить, просто чтобы... Просто если бы он не потерял этих рабочих, он бы мог еще отковыряться на четвертом фуэле, на четвертом блейде, в принципе, даже без лимита, но с наличием, с магазином нормально, можно отковыряться. Вышки-то ты достал, правильно? Ну, в смысле, убил. Вот, но там просто инкома никакого не было, и все. Привет, Золкин. Привет, отлично, у нас отличный турнир. Кэш сейчас играет, правда, вот начало не очень хорошее, мягко говоря. Лучше не проигрывать. Понятное дело, что есть шансы на выход из группы со второго места. Ну, блин, особенно с такой игрой, лучше не проигрывать. One or two months ago, as I was pointing out earlier, in April and May, I thought Focus was looking so good. I think he thought he was looking like the best orc player in the world, but his shape since then has declined a little bit once again. But so far, you know, he got the first victory, but that was a little bit shaky. That was not exactly supposed to go that way, and we haven't seen the heroes yet. Is he once again going for the Farseer? This would be kind of crazy having it used it already once in this best of three. Что-то мы не откуда не бежал. Не знаю, может с Ютуба еще откуда-то, но это явно не наши постоянные зрители. In 2-on-2 he plays a lot of Farseer to great success, but okay, it is way more normal this time. И ругаются, некоторые оскорбляют. And yeah, then should be Grunts, Raider, Walker, Kodo. Разные люди бывают, разные. Seen for, I don't know, 15 years or so. Давай, Кэш. Yep, shouldn't be a Сможем. Surprise. And then it comes down to A, of course, items, how much you creep, etc., and leveled 3 Shadowhunter creep rounds. And Northern Isles, especially the middle, is extremely valuable. We have 2 big camps, which drop 2 big items, which can be game-defining, and also shop control. We only have a single merchant on this map, and heal scrolls are the most important item in this matchup. В патче же кольца апнули на единичку на каждом из уровней. 2-3-3-4 и там дальше. НСТП, свитки. Эливел, спасибо. Байт на стендек сделал что-нибудь. Да, да. Я, к сожалению, могу только сидеть и болеть, блин, потому что больше ничего сделать не могу. Так, ну что, фокус у нас продолжает крипинг дальше, а Кэш пытается его поймать. Носок Спайдермен ему выпадает. Спайдер-сокс тоже называет. Носки Спайдермена. Ой, фокус может успеть к этому. О, нет. Просветочка. Кто первый? Кто взял? Наши взяли. Да? А. Иллюзия, ладно, не так страшно. Разве кольца Мироверику сейчас не имба? Ну, я думаю, вряд ли кольца из-за единички. Но это 6%. Кольцо становится эффективнее в лоб любого из артефактов. Когтей, перчаток, серклетки. Неважно. Но... Но все не так просто. No critical strike for cash at the moment. Что при условии, что они сражаются не отступая, что наносят удары
ну, постоянно, так скажем, без выходов из виндвоков, без... Хотя криты тоже хорошо срезаются. Я думаю, стало просто ровнее. Вряд ли кольцо будет продавать сейчас. Фокус пытается застилить. Кто? Да, артефакт. Блин, из... Блейдмастер уже плюс 6 агилы. И у Кэша мог зажать... Ай, хорошо, хорошо, хорошо. У Кэша вышел... Блин, там еще... Сеточка от Мурлока достали подыгрывать. И минус грант, скорее всего. Просветка... Нет, он спас. Ой, молодец какой. Красиво. Просветка, угроза Блейду, и тот вынужден отступить. Артефакты, конечно, там очень хорошие. Suddenly, he does have a bit of an advantage, and with that, he is going to be trying for the merchant in the middle, one of the big drops. Сейчас наоборот, старт очень плохой. In this matchup, not a GG item, but kind of close to a GG item. Especially Крипит Магаз делает просветку, Кэш не успевает к... Да ладно! 14 агилов у него. Это вы издеваетесь? Does he want to creep level 3 now, get the level 2 crit rolling, and then look for a fight? That could be a viable idea, but... Yeah, no. Focus has been really aggressive in some matchups in the early stage of tier 2. Просеточка, with наверное, an early hex. Да там сейчас может еще крипджекнуть. Ой, ошибка от фокуса, грубая. Просветка, нужно возвращаться сюда. If you creep this camp entirely, that is a jump from level 1 to level 2, which is why it's so popular for the second hero, and both players are aiming for it. But still slowing cash down, he thinks the Blade Master might... Да, он может думать, что Блейд может быть рядом, поэтому не добивает. Без просветки нет смысла здесь крутиться, особенно против Блейда такого. Скоро забист. Там большой новый трындец. Тотально не везет нам с артефактами. Cash again with a moment like, ah, damn, Focus got me here. Can Focus claim the second neutral camp in the middle as well? Hex пошло. Ну там да, там. У нас и хуже герой, у нас СХ первый против второго. У нас артефакты хуже. Там так нужно переконтроливать дико, чтобы... Так, Hex и Скрылов Спид, хорошо. Normally, the AoE range of Disenchant is pretty big, so he can hit most, if not all, of the army. Добивает мелочевку на магазе. И свиток берет. Daytime, да, да. Фокус делает все очень четко в этой игре. Второй левел только-только получаем. Еще крепится справа, выбит, скорее всего, артефакт. И разведка еще попутно делает. Не, фокус тут значительно сильнее, конечно. Да твою налево! The lucky streak continues with the mana stone. I guess the relationship with Focus and Lady Luck is intact again. We were joking about it. Не, ну тут я не знаю, как тут вытащить вообще. Always finds the perfect items. This game, it's kind of... Фокус продолжает пытаться выбить. Нет, вот как раз большой инвул для такого блейда. Это, наверное, даже круче, чем все, что могло быть. Потому что самая большая проблема с этим блейдом, то что Хекс, Фокус, до свидания. Серьезно? Амулет. Маны. I mean, if... Даем, да, это ГГ. Трындец, такой удар просто. Man, almost a flawless game for Focus after struggling so hard in map one. Oh, this is a walk in the park.
Ну, надо выкупать блейда, блейд никакой, падает рейдер, 46 на 50, у нас меньше лимит, у нас хуже артефакты. Не, там просто топ, просто там еще под конец выпал амулет маны, Сэхе, у которого 480 маны сейчас. Ну, и это... Ну и герои 3-3 на 2-2, такие катки не вытаскиваются вообще никак. Конечно... Прошлую, да, 2-0. Блин. Ну вот не отдал бы первую, даже несмотря на лаг, была бы третья игра, понимаете? А с таким дропом еще? Вообще без шансов.